Всем привет! Вот пришли две посылочки из Китая. Решил вам показать. Ну, сейчас посмотрим. Здесь у нас что-то большое. Сейчас. Откроем одну. Смотрим, что нам там прислали. Так, ух ты, упаковали что-то, а? Так, ну, вроде пусто ничего нет. Смотрим, так, что у нас тут? А, вот так. Воблеры заказывал. Попробовать, посмотреть. Сейчас мы посмотрим, что это за воблер. Так, ну, вот такой вот он. Ай-яй-яй, острые крючки. Вот такой вот он. Длинный. Ну, что вам сказать? Ну, все крепко, вроде бы. Вроде бы все хорошо. Ну, будем пробовать. Будем пробовать. Будем смотреть. Цвет такой привлекательный. Тяжеленький. Гремит. Ну, точно такой второй. Не будем открывать. Не будем смотреть. Вот такой вот. Сюрпризик. Я ссылочку оставлю под видео. Ну, давайте посмотрим. Вторую посылочку. Так, это сторону отставляем. Вот наша вторая. Ну, только больше. Подозреваю, здесь лампочка. Лампочку сейчас мы откроем. Посмотрим. Ой, а упаковочка. А упаковали так как. А, ну, блин, можно было бы и получше. Я буду расстроен, если она разбита. Вот так вот небрежно все. Такая вот коробка помятая. Ну, можно было бы и лучше. Ну, не знаю, будем сейчас смотреть. Надеюсь, целая. Вот такая вот лампочка. Вот такая вот. Так. Она должна вертеться, крутиться, там сиять разными цветами. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас включим, протестируем и все увидим. Ну что, готовы тестировать? Смотрим, что это за лампочка у нас. Вот такая вот у нас лампочка, ребят. Вот эта лампочка приехала, вот она там крутится. Вот, смотрим. Смотрим, какая красота. Ребята, это все за $3. Вот и посмотрите, что это такое. Вот такая вот лампочка. Доволен, супер. Работает, класс. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будем смотреть дальше. Пробовать, искать, покупать, смотреть, выбирать. Все, всем пока.